Приветствуем вас, дорогие друзья! Мы сегодня пришли на землю нашу церковную, где будет строиться молитвенный дом. И мы рады, что сегодня имеем возможность посадить аллею наших елочек, которые были нам подарены, более 20 елочек подарили нам американцы. И вы знаете, мы глазами веры верим, видим, что здесь будет молитвенный дом. Поэтому мы садим елочки для того, чтобы к тому времени, когда мы уже построим молитвенный дом, была аллейка, была там, где можно пройтись и под тенью деревьев отдохнуть нашей молодежи и старшему поколению. Поэтому мы благодарны Богу за то, что Он дает нам возможность в нашей жизни построить молитвенный дом для того, чтобы прославлялось имя Божие и на этом месте. Я знаю, что многие братья, гости, служители, епископы молились за эту землю, приходили на эту землю, поднимали руки. И мы, когда ее покупали в 2009 году, тоже молились, представали пред Господом. И мы верим, что это все совершится. Поэтому с полной верою подходим к этому вопросу. И вдохновляем всех братьев, сестер нашего города присоединяться к нам по мере возможности помочь в строительстве молитвенного дома. И это запишется всем нам в жизни вечной. Благослови вас Господь. Слава Господу. Аминь. Я смотрю на небес высоту, сколько тайн, их постигнуть никак не смогу. Среди сотен и тысяч людей на земле Ты создал свою церковь в простом городке. Сколько душ, сколько судеб под крылья собрал. Как птенцов ты кормил нас, растил, согревал. Чтоб однажды, оставив греховный весь гнет, наши души взлетели. Мы на миг возвратимся в прошлое и поймем, нам ты дал побороть невозможное, как возможное. Было все на тернистом и узком пути, горечь слез, испытания, молитвы в ночи. И больно сердца очищать, чтоб как золото нам пред тобою сиять. Ты доселе помог нам, Господь, здесь поставим мы камень памяти. Столько лет ты хранил дух и плоть и водил нас на злачные пожити. Доселе помог нам Господь, мы на миг возвратимся в прошлое и поймем, нам ты дал побороть невозможное.
как возможное. Бьют часы, мы не знаем, когда ты придешь. Может шаг, может вздох, и ты нас заберешь. Позади много лет, впереди нам не знать. Но пока время есть, мы хотим воспевать. Ты доселе помог нам, Господь. Здесь поставим мы камень памяти. Сколько лет ты хранил дух и плоть и водил нас на злачные пожити. Ты доселе помог нам, Господь. Мы на миг возвратимся в прошлое и поймем, нам ты дал побороть невозможное, как возможное.